Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители животных. Мы снова с вами встретились, и я расскажу, как правильно ухаживать за животным. И основное – это как правильно кормить, чтобы животное правильно развивалось и меньше проблем возникало при его содержании. Значит, сейчас существует в основном два типа кормления. Это кормление готовыми кормами, сухими или влажными, и так называемое кормление со стола. Значит, сухими готовыми кормами кормить нужно, это очень удобно. Ну, относительно их пользы, конечно, здесь в настоящее время существует очень много мнений, и однозначного ответа или одного мнения на данный момент не существует. Значит, кормление со стола, оно эффективно, оно полноценно. И для того, чтобы это еще полноценнее было, мы рекомендуем давать сырое мясо, мы не рекомендуем давать грудку куриную, мы рекомендуем давать сырые яйца, и также мы рекомендуем, чтобы вода стояла не из-под крана, а бутилированная вода. Значит, как правило, кошки – это ночные животные, то есть ведут ночной тип, значит, жизненный. И обязательно корм нужно оставлять на ночь, чтобы у них было. Ну и мы не рекомендуем, конечно, смешанный тип кормления, когда даем и сухие корма, и даем со стола. Вот здесь не всегда получается, ну, хороший эффект от этого дела. Также мы не рекомендуем злоупотреблять рыбой. Значит, рыбу нужно давать 2-3 раза в неделю, не более. И не совмещать дачу рыбы с молоком. Это такой нехороший получается суррогатный продукт, который способствует, как правило, образованию камней в мочевом пузыре или в почках. Поэтому кормите животных своих правильно. Если у вас есть какие-то вопросы, приходите, мы более подробно расскажем вам об этом. Ваш питомец не играет, плохо ест и у него горячий нос? Врачи клиники доктора Калинина помогут ему в день обращения. Хирургические операции и терапия, диагностика и консультации. Вызов врача на дом. Более 25 лет помогаем вам и вашим питомцам. Наш адрес: город Челябинск, улица Гагарина, 2. Телефон 230 29 30.